В мае глава муниципалитета Андрей Иванов посетил Гусарскую балладу. Вместе с жителями руководитель объехал территорию и дал ряд поручений после инспекции. В Одинцово прошла встреча инициативной группы микрорайона с представителями администрации городского округа. Сделано много. В частности, мы восстановили асфальтное покрытие, провели работы по уборке строительного мусора. Также были работы проведены по принятию в бесхозяйную собственность ливневой канализации Гусарской баллады. Вопросов было много сделано. Также были достигнуты договоренности с управлением образования. Сейчас прорабатывается вопрос подвоза детей в образовательные учреждения города. Новая школа в Гусарской балладе будет введена в эксплуатацию в 2022 году. А пока жители не должны испытывать неудобства. Разработана дорожная карта, был уже протокол, скажем, первой встречи, где были обозначены все ответственные лица. Сейчас будут устанавливаться остановочные пункты, да, остановочные павильоны для подвоза детей. И дальше уже как бы будут выделяться деньги через обращение в Совет депутатов о том, чтобы было выделено дополнительное финансирование на вот этот вот подвоз, потому что, ну, на самом деле это один из важных вопросов, который волновал жителей. Действительно, как бы это очень важно и очень нужно. И мы надеемся, что, конечно, этот вопрос будет решен. Власти округа, инициативные жители Гусарской баллады взаимодействуют в тесном контакте. Они довольны ходом выполнения поручений главы округа. В современный формат, вот формат этого года, с момента велообъезда, конечно, нас радует. Это частые встречи, это администрация идет навстречу жителей, слышит наши пожелания и выполняет намеченные работы. Мы их видим, результаты, мы довольны. Вопросы решаются, уже намечены сроки ввода в эксплуатацию социальных объектов. Все это позволит стабилизировать ситуацию и сделать жизнь микрорайона более комфортной и привлекательной. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».